четверг в Самарской области нас ждет пасмурная и облачная погода. Практически повсеместно пройдет дождь, возможно, гроза. Температура от 5 до 11, тепла днем, ночью 1-2 градуса выше 0. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя, днем плюс 9 градусов, ночью плюс 1 и снег. Юго-западный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти облачно, небольшой дождь, днем плюс 6, ночью плюс 2 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурная погода, небольшой дождь и гроза, дневная температура плюс 9 градусов, ночью плюс 1. Ветер юго-западного направления 5 метров в секунду, атмосферное давление понизится и составит 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.